Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Smart Xiaomi Smart Band 8 Pro. И сейчас я покажу вам, как настроить будильник. Листаем влево, влево открываем будильник, нажимаем плюсик и далее выбираем время будильника, нажимаем на галочку и можем выбрать либо один раз, либо каждый день, либо повтор и выбрать, например, дни, по которым у нас, вернее, настроить и выбрать дни, по которым у нас будет включаться будильник и нажимаем на галочку. Вот. И здесь мы также можем настроить смарт-пробуждение, то есть позволить браслету выбирать время для пробуждения в 10-минутном промежутке до установленного будильника. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.